Anyway, с вами Сэр Груфи и Алекс Вайс. Алекс Вайс, поздоровайся. Всем привет. Все, сегодня мы будем играть в пинбол. В пинбол можно играть, когда ты во фракции, в банде или в какой-нибудь говне. Но мы вот пока что нигде не служим, все равно можно играть. Сейчас достигнем 10 уровня и пойдем в казино работать. А сейчас пока что мы снимем пинбол. Там можно скиллы качать, но мы не будем, наверное, скиллы качать. Потому что у меня вот сейчас покажу скиллы. Скилл. Какой у меня один? С первой. Ну, у меня вот нормальные скиллы. Алекс Вайс, покажи свои скиллы мне. Ну? Ну, у тебя тоже нормально. Вот. Вот он может качать, но мне вот уже не надо, как бы. Мы того будем охранять базу. Если выиграем, нам дадут там определенную сумму. Примерно, ну, не больше 10 тысяч, и не минимум, и не меньше 5 тысяч дадут. Плюс заплатили еще 3 тысячи за пинбол. Но это не зря. Вообще нормально. Сейчас скоро уже начнем. Пока приготовлюсь маску написать. Алекс Вайс, ты давно играешь на Даймонде? Покажи свой паспорт. О, я за белую команду, ты тоже? Маск. Ты скажи, кажись за эту. Ты за черную, ёб, тель. Ты за черную? Блин. Най, на. Че ты на кого батан крошишь? Моя коронная фраза. Че вы, твари, идите сюда ко мне. Груфан разберется со всеми. Ну и где вы? Вон и тварь. Так, вот эту. Эу! На кого батоны крошите? Ау, больно, ёптель. Где они? Вон там. Вот это вот оружка нормально. Че, тварь, на нах, тварь! На нах, тварь, че, скотина. На. Воу. Отступай! Это было больно. Я одного почти что замочил. Вот это даун, че у ФК стоит. Ну, даун. О, мы выиграем. Почему-то в меня только пули летят. На нах. Ой, я не ту оружку взял. Че ты, крыса? На кого ботан крыш? На нах. Нашел замочили. Тихо. Почему у меня именно пули летят? Где они? А вон бошки торчат, вижу. Ни хрена у вас там. Вот сюда спрыгнем. Но я не попадаю. Ау. Все, отступаем. Только что надел маску только. Вот он, этот ФКшник обосранный. Алекс Вайс, ты сдох? Фак, не простреливает же. Абелика, бифаль. Все нормально. О, здесь дыра, черт. Черт. Почему меня-то стреляю? Бля. На, туда будем стрелять. Так вот, ёптель. Где вы все? Знаешь, что стоишь? Иди работай, нигер. Упс, все, я случайно нигер. Я по нашим
стрельнул случайно. Мы выиграем. Ебить! Так, возьму вот эту. Нет, не пойду наступление. Это сильно кощерно для меня. Буду лучше базу охранять. Если они вроде до этой достигнут, все, мы выиграем. Так, что здесь за хрень? Хрень, читайся. Приседания, приседания, приседания. Ладно. А если? Одним 42. О, кощерно! Нас, короче, на 3 больше. Вот этот молодец. Вот этот сосёт конец. Так. Мы целимся. Чё он там прыгает? Мы, короче, втащим. Ну ладно. Не буду себя хвалить раньше времени. Соскугана. На, там несколько обоим. Интересно, да не достреливает хотя бы? Нет, это хрень не достреливает. Вот эта хрень может. Да, достреливает. Это зашибись. И у меня почему-то мало хп. Это критическая ситуация. Самая критическая ситуация, которую я знаю. Так. Пока что все нормально идет. Только я сдохну, это будет жопа, да? Да мы выиграем, ничего. Мы все-таки кощерные, да? Щетина. Ну. Нет! Если что, я попаду, я сдохну. Не ходи сюда, это территория Груфана. Территория Груфи! Че за хрень? Уйди отсюда, жопа. Все, пошли, короче, наступление, надо срать. Пошли наступление, по стелсу, уйдем в наступление. Скажешь, когда сдохнешь, Алекс? Алекс! Ну, наверное, опять что-то с микрофоном. Алекс! Александр! Ладно, его не Александр зовут. Алекс! Ты меня слышишь? Ничего, на их там щемит. Алло. Чё, ты сдох? Да. Ну... Я одного вашего. Помнишь тот раз, когда ты гренадж убили, это я их убил. А я как будто из желтых почти что убил. Их один остался. Груфа, молодец. Одного даже. Я еще жив. У меня 0 хп. Там вообще милипиздрическое. И из ваших один остался. Жди меня там, чтобы закончить. Закончился пинбол. Я выиграл 6 тысяч. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ты где? Ну и ладно. Все, давай. С вами был мистер Груфи. Подписывайтесь, ставьте лайки. И еще с вами был Алекс Вайс. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Алекс Вайс, попрощайся. Всем пока. 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 До скорых встреч.